Народ, всем привет! Я немного сегодня потерялся во времени. Я подумал, завтра открытая сессия с заездами на автодроме. А она сегодня, там сегодня еще гонка. И я что-то еду в спешном порядке посмотреть конец гонки, наверное, лидеров и награждения. Вот такой вот я невнимательный бываю иногда. Ой, нифига себе, такая ямища. Ребята, катает. Андрюх стоит. Опять на автодроме. Сегодня открытая сессия, которую я проспал. Я так понимаю, сегодня гонки. Получается, участников на 1000 кубов, на 600. Я не знаю, кто сейчас на заезде. Но мы это проспали. Сейчас идем на трассу. Хорошим отрывом идет. Эти вдвоем зацепились, ребята. Вот и... Не-не, вот сейчас он будет валить, походу. Нормально. Ну вот это уже интересно. Перекладочка, так. Комментарий от Анастасии. И больше на нашей камере не видно ничего, потому что... Что? Потому что далеко. Потому что человек хорошо едет. Да, когда много дыма, это хорошо. А, теперь тридцатка. Так, никого нет, тридцатка, выезжай. Нормально, да, Настя? Нормально. Все, хорошо. А ты в смысле, что, типа, чтобы еще улучшить время, надо тоже лифтом заходить в ворота? Ты в курсе, да? С заднего колеса. Если что, заходи дрифтом в следующий раз. Главное, не обосраться, когда заходишь дрифтом. Мне кажется, на одну сессию.
участвуют, в общем-то, и в целом новички. Правда, новички. Человек, который занял первое место, сейчас вы его увидите, конечно. Он третий, да? Он третий раз на автодроме. Ну, может быть, четвертый, но не более. Первый сезон. Человек едет довольно быстро. Приезжайте к нам на тренировки, мы вас научим ехать примерно так же. Ну, там уже каждому по способностям. Итак, начнем, значит. Класс стрит. Участники, надеюсь, у нас здесь. Третье место. Алексей Пашментов. Второе место. Евгений Мещалкин. Уже переоделся. Ну, что ты? Как это? Причем, прошу заметить, Евгений приехал и сегодня пропустил тренировочные заезды. И сразу в гонку. Воля к победе, что ты скажешь. Ну и первое место наш чемпион класса стрит на первом этапе — это Антон Кукушин. Вообще молодец, прям молодец. Так, все, значит, начнется. Отходим от них, Влад. Бежим. Памятная фотография? Ой, прости, Яна. Отнимем кубки. Поздравляем вас, ребят. Ну, аплодируйте ребятам. Рейс, наши новички, красавцы. Просто молодцы. Доставляет определенное удовольствие, мне кажется, классу стрит. Посмотрите на все на это. Это класс суперсток, простите, 600. Итак, у нас третье место — Александр Фунтиков. Второе место. Да, а так хотелось, да? Второе место — Александр Смирнов. И первое место — человек, которого я вообще прям очень теперь люблю, Георгий Беляков. Поздравляем! Так, снова памятная фотография, снова сваливаем отсюда. Все, понеслась. Это я бы сказал. Александр Колесников. Саня красава, Саня молодец. Ну, не на автодроме же. А второе место. Не знаю, он здесь, не здесь. Станислав Савинов. Слезь, пожалуйста. Высоко. И первое место — Роман Михаличенко. Итак, поздравляем их. За Стасом надо, главное. Ну ничего, кожаный комбез очень хорошо отмывается, говорят. Кое-кто сегодня реально удивил, но сейчас я отдельно об этом скажу. Итак, класс спорт. Самые быстрые пацаны на самой классной резине. Третье место — Станислав Воробьев. Второе место — человек, который удивил. Если Кирилл, 12 лет, второе место — Владислав Гордичук. Это прям просто, ну вообще слов нет. И наш победитель первого этапа, человек, которого мы все давно-давно знаем, Никита Удовых. Аплодисменты, ребята! Молодцы, 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 молодцы. Итак, наш первый этап нашего любительского чемпионата завершен. Кто-то молодец, тот молодец, а молодцы, на самом деле, мы все. И спасибо большое зрителям, спасибо большое участникам. Я очень надеюсь, что на втором этапе будет большее количество. А сейчас Влад меня дополнит. Да, и, конечно же, большое спасибо нашим организаторам в виде частной школы ЦАДИФ, которая, в общем-то, и организовала все наши тренировки и гонки. Спасибо им. Все, можно фотосессию с победителями, с мотоциклами.